Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на универсальный пульт для телевизоров. Вот такой пультик. Здесь только переключение каналов, беззвучный режим, уменьшение и увеличение громкости и переключение TV-AV. И еще включение и выключение. Так. Данный пультик на одной батарейке. Можно использовать, допустим, вот здесь вот 20 ЦРК 2025, можно использовать 2032. Она потолще. 3-вольтовая. Все. Пульт готов к работе. В инструкции написано, надо зажать, подойти к телевизору включенному и зажать вот эту кнопку беззвучный режим. Отключение звука зажать, он будет мигать, когда потухнет, все, он готов к использованию. Сейчас проверим данный пульт на старом телеке LG. Включаем телек, пульт сюда кладем. Дальше что? Берем универсальный пульт и зажимаем кнопку без звука, муте. Сейчас нолик пропадет. Ага, пропал. Держим. Все записал. Теперь можно уже пользоваться. Выключаем, включаем, переключаем каналы. Все работает. Вот такой вот обзор на пульт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего видео.